Ведите себя нормально или валите с нашей страны, ты написал у меня в комментариях. Чтобы говорить человеку, чтобы он вел себя нормально у тебя в стране, ты должен быть примером. Но для узбеков, таджиков и кыргызов ты примером быть не можешь. Вот одно видео, как русский человек высказывает свое мнение про нас. Но перед началом видео, братья и сестры из Кыргызстана, из Узбекистана и Таджикистана, хочу вас обрадовать. Хорошая новость для вас. Теперь вы можете экономить, когда отправляете деньги домой. Сэкономьте только с помощью приложения «Мир привилегий», когда будете отправлять деньги домой. Пишите мой промокод каждый раз, когда отправляете. Большими буквами АК2. Говорите, я вас слышу. Говорите, говорите. Я тебя не услышу. Нет, что вы. Если бы у меня какая-то что-то было, я бы вообще со остановку у вас не взял. Я бы сказал там все. Я пошел. Денежку тебе. Нет. Я же сказал, я сегодня день рождения у вас. День рождения? На работе. Нет. Нормально все. Я же с вами не 200 километров ехал. Нет, дело не в этом. Я просто хочу, чтобы тебе было хорошо. Спасибо огромное. Я хочу, хорошо, чтобы тебе это... Ну вот, смотрите, у нас, знаете как? У нас в жизни так происходит. То есть, как нас воспитали, как мы видим. Помогать старшим. И такие моменты. Вот за это, ты представляешь, вот я вхожу с палкой в автобус, мне вступают вот люди, таджики, узбеки, все. В автобусе наши вас... сидят, морду отверну, блядь. Ну, знаете, семья не без уродов, говорите. В каждой нации есть засранцы. Меня тоже россияне поддерживали несколько раз, русские люди несколько раз поддерживали. Поэтому давайте любить и уважать друг друга. И никогда не нарушайте законы той страны, в которой вы находитесь. Братья и сестры из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, давайте жить мирно, дружно, уважать друг друга. И желательно избегать конфликтов. И, кстати, для вас я хочу сказать также, напомнить вам, если отправляете деньги домой, отправляйте их через приложение «Мир привилегий» и с помощью моего промокода. Когда будете отправлять деньги домой, пишите мой промокод АК2. Всем ассаламу алейкум, а с вами был Наглый Узбек.